Весьма важный момент при постановке удара, силы его и мощности. Если мы занимаемся набивкой, то само собой подразумевается, что мы весь импульс тела оставляем практически на поверхности мишени. И поэтому тело наше не обладает достаточной, значит, инерцией какой-то. Да? Если в этот момент мотивар вдруг резко произойдет удар по поверхности, а мимо, то, в общем-то, ничего не произойдет. Тело останется на месте. И этим часто бравируют те, кто говорит, это вот есть, то есть ион поставленный удар, если бить ударом, проносным, это харай техника, проносност, да, это даже не кикоми, то если промахнуться, то, соответственно, человек улетит туда. Вот это совершенно неправильно. Дело в том, что, как я говорил уже, боёк при постановке мощного приема, он выполняет функцию не рабочей части, а части препятствующей. То есть мы бьем-то на самом деле не по бойку, бой просто мешает нам добить до отбойника. До отбойника мешает бить, не дает по нему стукнуть напрямую. Так вот, на самом деле бьем его отбойник, и дальше отбойника наше тело лететь не должно ударить. То есть мы наносим удар вот сюда, представим, что бойка нет вообще. Мы наносим удар и попадаем в отбойник сюда. Как бы мы убили бы вот сюда вперед. Только бьем в отбойник. Вот и все. И тело наше за сам отбойник лететь не должно. Мы концентрируем силу внутри него. А дальше и не надо. Это позвоночник, условно говоря, то есть противник. Он стоит. И это позвоночник вот на передней стенке живота. А дальше все, спина. Дальше это куда нам пробивать? Ему не надо дальше. Мы наносим удар. Мощно сюда. Бам! Дай мне. Бам! Все. Я стою абсолютно прямо и достаю до сюда. Я туда не пытаюсь пройти. Если в это время макивару выдернуть, я никуда не полечу. Это, конечно, вырабатывается прежде всего правильной постановкой ног. Если вы вынесете центр тяжести в ударе за пределы передней ноги, наклонитесь, да, то если макивара не будет, противник отскочит, условно говоря, вы, конечно, пройдете мимо. Поэтому ноги надо ставить абсолютно правильно. Вот. Но проблем на самом деле никаких нет. Я говорю, боек, он оказывает сопротивление, как передняя брюшная стенка живота. Вы пронизываете его. А ударяемая часть у нас вот это отбойник. Вот туда удар и наносите. Рукачная фаза не такая. Туда, вот так вот. Да? Абсолютно ровное тело стоит. И вносите ему удар туда, сохраняя правильное положение ног и правильное положение тела. Вертикальная спина и правильно поставленные ноги. Центр тяжести не вылетает за пределы передней ноги. Если макивар выдернуть, я сейчас говорю, никуда никто не пролетит. Концентрация в месте. Вот это точно. Все очень просто.